На главном поле загородного лагеря «Родник» гости из Новотроицка, воспитанники Сергея Кислова, демонстрируют навыки одного из самых жестких видов карате – кёкусинкай. Многие из них уже добились определенных успехов. Сегодня обучают малышей. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, учим, так сказать, дисциплине, уважению к старшим. Хотим, так сказать, привить хотя бы малую часть этих качеств деткам. Карате кёкусинкай – вид спорта довольно зрелищный. Единственное ограничение здесь – запрет ударов в голову руками. Полноконтактные бои без защитного снаряжения своей красотой привлекают не только мальчишек, но и девочек. Решила для себя, пойдешь, не пойдешь? Пойду. Почему? Ну, это можно защищаться же в любых случаях жизни.